1983 год. Некто Хосе Луис Домингес решает заняться компьютерным бизнесом и регистрирует компанию Indescomp SA. Офис своей конторы Хосе Луис организовывает в Мадриде на Пасео де ла Кастеллана. И понимая, что ближайшее будущее принадлежит недорогим домашним компам и видеоиграм, в поисках выгодного контракта бизнесмен летит не к кому-нибудь, а к самому Клайву Синклеру на переговоры, которые, однако, ни к чему не приводят. В то время империю Синклера в Испании уже представляла компания Инвестроника, которая занималась дистрибьюцией компьютера ZX81, но этот комп в Испании особо популярен не был. В общем, ничего не добившись на переговорах с дядюшкой Клайвом, Хосе Луис решает попытать счастья с прямым конкурентом Синклера, компанией Acorn Computer, и для пробы закупает у них 50 машин, которыми, однако, в Испании никто особо не заинтересовался. Тогда же Домингес начинает посещать различные выставки программного обеспечения и понимает, что это крайне интересная и перспективная ниша. Indescomp делает ставку на программы, а точнее именно на игры, и начинает переговоры с такими британскими компаниями, как Bugbyte, Arctic и Quicksilver. В этот раз все срослось, и переговоры завершились успехом. Для перевода мануалов на испанский язык Хосе Луис Домингес нанимает двух переводчиков и начинает заниматься копированием и распространением игр на аудиокассетах для таких платформ, как Commodore 64, Spectrum, Amstrad и Spectravideo. В начале 80-х некий молодой человек по имени Пако Суарес Гарсия, еще не имея собственного компьютера, изучает Basic, читает книги по программированию и просто записывает свои программы на бумагу. В то время компьютеры были еще мало доступны, но осенью 82-го Пако в складчину с братом таки покупает себе комп. Им становится синклеровский ZX81, который братья приобретают за 25 тысяч песет. Изучая физику, Пако Суарес пишет программу для симуляции параболы, и в процессе у него появляется идея игры «Ла Пулга», то бишь «Блоха». У него, конечно же, не было никаких инструментов для разработки, и поэтому их пришлось создавать самостоятельно. Игрушка получалась довольно хардкорной, но когда Пако Суарес Гарсия увидел объявление Indescomp о наборе программистов, то он решил показать свое детище уже знакомому нам Хосе Луису Доминге. Пако также отнес в Indescomp свою программу по астрономии, но издателя заинтересовала именно игрушка. И «Ла Пулга» стала первой выпущенной в Испании видеоигрой. У Пако Суареса был довольно необычный подход к созданию видеоигр. Вначале он думал над игровыми механиками и техническими нюансами, а только лишь потом, во вторую очередь, над сюжетом и персонажами. Назовем ее Дик Дак, и пусть она будет о шахтере. О шахтере-малыше с колесиками. В наши же дни Пако Суарес профессионально не вовлечен в игровую индустрию и занимается разработкой программ для различных госучреждений. Пако портала Калера пришел в Indescomp в поисках работы. Он страстно желал работать с компьютерами и после телефонного собеседования с руководством компании присоединился к Пако Суаресу Гарсия в его работе над блохой. Оба Пако подписывают контракт с Indescomp, снимают квартиру, вместе живут и работают над игрой. Пако Суарес занимается программированием и физикой, а Пако портала оформлением, логотипом Indescomp, счетчиком силы и очков и так далее. Игрушка получает несколько разных названий. Для британского рынка Хосе Луис Домингес выбирает название «Бугабу The Flea», что на русский переводится примерно как «пугало блоха». Слово «бугабу» секретарша Хосе Луиса увидела в словаре английского языка, и оно всем очень зашло. Ну а для амстрадовских компов игра вышла под названием «Roland in the Caves». Блоха увидела свет в промежутке между 15 и 21 ноября 83 года. Точная же дата релиза затерялась в аналах истории. Заметка об игре вышла в Home Computer Weekly, где она получила довольно средние отзывы. Но чуть позже, в первом выпуске журнала Crash,
Игра была уже оценена очень высоко, целых 92%. И ее вместе с Ant Attack, получившей 85%, выдвигали на лучшую игру 83-го. В Испании же блоха фурора не произвела, так как сам рынок видеоигр в Испании только-только появлялся и находился в таком еще зародышевом состоянии. В то время центром видеоигровой индустрии была Великобритания, и Indiescomp основное внимание уделял продвижению игры именно в прессе этой страны. Вообще, сам факт появления блохи в таком международном авторитетном издании, как Home Computer Weekly, уже считался успехом. А по поводу же посредственных оценок, разработчики особо не переживали и надеялись на то, что эти оценки предварительные, что в будущем ситуация изменится, и, как показал опыт с журналом Crash, они таки не ошиблись. Да и в декабрьском выпуске ее компьютер игра попала в топ-20 января 84-го. После выхода La Pulga на ZX Spectrum сразу же была выпущена версия и на Amstrad CPC, где она под именем Roland in the Caves поставлялась в комплекте с компьютером. Ну а тем временем знакомый уже нам Хосе Луис Домингес летит в Гонконг на выставку, где, увидев массу интересностей по компьютерному и игровому железу, он всем этим впечатляется и решает заниматься таки не только играми, но и хардварной частью тоже. Хосе Луис слабо представлял, как все это организовать, но когда на рынок вышел новый компьютер от Amstrad с собственным монитором, руководитель Indiescomp делает вывод, что новая машина Алана Шугара – это то, что ему нужно. Звонит в компанию Amstrad, и опять переговоры не приносят ровным счетом ничего. Но Хосе Луис особо не унывал, так как Indiescomp-овская La Pulga считалась одной из лучших игр на тот момент, была крайне популярной в Британии, и Домингес решает действовать иначе. Он нанимает 7 новых сотрудников, которые разрабатывают игру Fred или Roland in the Ropes. С помощью этой игры Хосе Луис планирует стать дистрибьютором Амстрада в Испании. Когда игра, а точнее ее версия для Amstrad CPC была готова, Доминге встречается с владельцем Амстрада Аланом Шугаром и показывает ему Фреда. Игрушка Алану понравилась, и Хосе Луис Домингес заключает самый большой на тот момент в его жизни контракт. Он получает 500 компьютеров Amstrad для распространения их на рынке Испании. В наше время такие цифры могут казаться несерьезными, но для Испании начала 80-х 500 компов это вполне себе солидно. А что же касается игры Fred, то она оказалась довольно успешной и бойко продавалась как в Испании, так и в Великобритании. Но вернемся к тёзкам с именем Пакка. Сразу же после релиза блохи они начали работу над новой игрой La Isla del Tesoro, что по-русски значит «Остров сокровищ». Но игра так и не вышла, потому что Пакка Портала Калера решил завести свое дело и вместе со своим братом основал компанию по разработке игр Badassoft. Братья планировали делать игры для души, не ориентируясь на капризы и течение рынка. Но, что впрочем при таком подходе вполне предсказуемо, компания не смогла добиться успеха. Badassoft работали над игрой Coco Circus, но не смогли довести проект до завершения, и в 87 году Badassoft закрылся. Другой же Пака, тот который Пака Суарес Гарсия, тоже ушел из компании, и таким образом история тандема закончилась. Позже, правда, Пака Суарес вернулся в Indiescomp, но работал уже не над играми, а над софтом для большого компьютера PMDS. Philips Microprocessor Development System, который позволял создавать игры для разных платформ с одного терминала. Педро Эл Руиз Лопес родился в Западной Мексике в городе Гвадалахара и пришел к компьютерам в студенческие годы. В то время был прям-таки ощутимый дефицит игр и вообще какой-либо информации по программированию. Как-то листая журналы, Педро узнал, что существует набор инструкций для процессора 6502, и после небольших экспериментов на ассемблере он был просто шокирован тем, насколько программы, написанные таким образом, работают быстрее, чем софт, сделанный в Basic. Это открытие давало, казалось, неограниченные возможности для творчества и мотивировало к дальнейшему изучению программирования. Несколько позже, насколько я понимаю, переехав в Испанию, Педро Руис, который к тому моменту являлся счастливым обладателем компьютеров VIC-20 и Commodore 64, едет в Мадрид, а говоря конкретнее, в Indiescomp, чтобы приобрести новые игры, которыми торговала компания. И там, по счастливой случайности, он застает Пака Суареса Гарсию,
знакомится с его игрой Лапулга, придя домой пытается сделать нечто похожее, и буквально через пару недель из-под пера молодого программиста на свет появилась версия блохи для Commodore 64. По совету жены Педро Руиз относит свой порт в Windows Comp, показывает его Хосе Луису Домингесу, который игрой заинтересовался, и вскоре она вышла в продажу под уже знакомым нам названием Bugaboo The Flea, а Педро Руиз Лопес получил свой гонорар 200 тысяч песет. Так как Педро умел кодить под Commodore, то его пригласили войти в состав Windows Comp. Таким образом, Хосе Луис получил команду, которая могла выпускать ПО для трех различных платформ – Spectrum, Amstrad и Commodore. Последний, впрочем, был слабо распространен в Испании, и игры для него продавались довольно-таки вяло. После коммерческого успеха Блохи и Фреда, Педро Руиз по поручению Доминге начал набирать новых людей в штат Windows Comp, и через него в компании появился новый член команды, будущий коммерческий директор компании Хосе Рамон Фернандес Макейра. Как вспоминает Макейра, владелец компании, то бишь Домингес, был реально вовлечен в процесс создания игр, часто пил кофе и беседовал с разработчиками. Вскоре Windows Comp еще пополнился новыми сотрудниками. Это был графический редактор Карлос Альберто Диас де Кастро и музыкант Анхель Сарагаза Эскрибана. К слову, для Хосе Рамона Макейры лучшим компьютером был не Spectrum, не Amstrad и даже не Commodore. Для разработчика на первом месте всегда был именно MSX, так как у Онова имелся видеопроцессор и вся память была доступна для работы. Как считает Макейра, основная причина того, что нередко игры для MSX уступают версиям для прочих популярных в Испании компьютеров, заключалась в том, что они портировались со Spectrum и прочих компов, а не в том, что MSX проигрывал конкурентам в техническом плане. Ну и кроме того, по мнению Макейры, также имел место быть тот фактор, что издатели не ожидали больших продаж от игр на MSX, и поэтому к портам на этот компьютер не относились с должной серьезностью. Вообще, в Windows Comp, по словам Хосе Рамона, к мультиплатформенности отнеслись с должным вниманием, и подход компании в этом отношении предполагал легкое управление различными версиями игр. Каждая программа была разработана, образно говоря, слоями, что было необычно в то время. К примеру, графический слой был практически независим от остальной части игры. Windows Comp разработали графический интерфейс для каждого компьютера, улучшали его с каждой новой программой, повышали производительность и пытались выжать максимум из железа каждой платформы. Карлос Альберто Диас де Кастро, начальник отдела графики. В юности Карлос любил рисовать комиксы, и однажды его мать показала работы Карлоса родственнику, который работал в Windows Comp. И в 1985 году Карлос Альберто начал работать в Windows Comp в качестве графического дизайнера. Первый день работы в Windows Comp навсегда врезался в память Карлоса. После собеседования его попросили нарисовать что-то с привязкой к знакомистам 8x8 пикселей. Работа Карлоса понравилась руководству, и далее его посадили за Amstrad CPC-464 с флоппи-дисководом, а он даже не знал, как включить эту машину. Уже известный нам Пако Суарес вручил Карлосу мануал по программе рисования на этом компе, и уже через несколько дней была готова графика к игре Slapshot. Первый опыт работы на компьютерах был получен, и страхи и волнения понемногу отступили. В Windows Comp Карлос Альберто рисовал много графики для компьютеров MSX, помещал пиксели в монохромный режим, включал фантазию, представлял, как все это будет выглядеть, присваивал цветовой код, а затем запускал программу в цвете и проверял полученный результат. Для Карлоса работа в Windows Comp была просто идеальной, и с развитием компании он получил пост начальника отдела графики. Коллектив был очень дружным, и между разработчиками царило полнейшее взаимопонимание. Поэтому с бывшими коллегами по Windows Comp Карлос Альберто Диас де Кастро дружит до сих пор и периодически встречается с ними на различных ретро-фестивалях и выставках. С течением времени Windows Comp все больше развивался на рынке продаж компьютерного железа и, как следствие, все меньше уделял внимания разработке новых видеоигр. И в конце концов творческий коллектив Windows Comp решил уйти из компании и основать свое дело. После этого в 1987 году Хосе Луис Домингес продает Windows Comp Амстраду.
Компанию переименовывают в Амстрад Испания, непотопляемый Хосе Луис остается бессменным руководителем своего детища, но вот как разработчик игр, компания навсегда исчезает с карты берега кроликов. Обобщая все вышесказанное, можно уверенно сказать, что Indescomp сыграл крайне важную роль в истории Спектрума. И пускай игры, вышедшие из-под пера этой компании, и не были особо популярны в наших краях, так как в основном деятельность компании относится к первой половине 80-х, то бишь к раннему Спектруму, но тем не менее это никоим образом не уменьшает значимость Indescomp в разрезе Спектрума и видеоигровой истории в целом. Удачи!